В Новороссийске запущен в эксплуатацию новый технологический тоннель Шисхарис-Грушовая. Он должен существенно упростить транспортировку российской нефти и нефтепродуктов на экспорт. Новый путь соединяет две производственные площадки и состоит из 9 трубопроводов. Мощность проекта более 40 миллионов тонн топлива в год. В торжественном открытии тоннеля принял участие президент Владимир Путин. Это действительно большое событие и для региона, для Краснодарского края, но и для всей отрасли. Отмечу, что работа велась в непростых геологических условиях, потребовала высокого профессионализма от всех участников этого процесса, современных интересных технических решений. Тоннель построен взамен старого парка, который и технологически уже выработался и создавал техногенные угрозы, экологические угрозы. Все это ушло в прошлое. На строительство ушло 5 лет при стоимости 8 миллиардов рублей. Тоннель – это часть проекта «Юг», по которому будут перегоняться нефть и нефтепродукты с места рождения Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана.